18 марта 2014 года Крым воссоединился с Россией. И, конечно, этого события крымчане ждали долгие годы. Для них эта весна означала возвращение домой. Сегодня эту дату отмечают не только в Крыму и Севастополе. В каждом уголке страны слова «пятая годовщина воссоединения» не просто фраза, это событие, значение которого переоценить трудно. В городском округе Щелково дата отмечается широко. Праздничные мероприятия проходят и в школах округа, а также детских садах и учреждениях дополнительного образования. Так, в центре «Романтик» воспитанники и педагоги подготовили концертную программу. Даря творчество, ребята внесли свой вклад, отметив то, как важно любить и уважать историю страны, где ты родился и живешь. «Как зовут тебя, весна красна?» — юную крымчанку я спросила. И, смеясь, ответила она: «Мама с папой нарекли России». Крымчане реализовали свое неотъемлемое право, чтобы быть с Россией. Вы знаете, мне очень приятно, что вот сейчас мы едины. Когда мы едины, мы непобедимы. Это правда. Воспитанники детского сада номер 57 вместе с воспитателями учреждения тоже не остались в стороне от праздника. Любовь к родине начинается с самых юных лет. Вот про историю Крыма ребята, хоть еще и малыши, но уже знают немало. «Среди Черного моря нашел свой привал, полуостров надежды, мечты пьедестал. Для десятков народов, миллионов людей, словно в душах звучит. Нет Крыма точно». В нашем детском саду особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Мы проводим различные праздники. И вот сейчас, в этом году, поскольку пятилетие Крыма, мы и так каждый год проводим этот праздник, но поскольку в этом году пятилетие воссоединения Крыма, мы решили устроить вот такой концерт для детей подготовительной старшей группы. И тем самым выразить свою любовь к Крыму и радость, что Крым воссоединился с Россией. В школе номер 4 имени космонавта Петра Климука также отметили эту дату. «Для меня это очень важно, потому что я изучаю историю, я ее сдаю. Я знаю, как наши предки воевали за эту территорию. Это очень важно для России, ну и вообще для людей, кто знает и чтит свою историю». Это стало словно встречей после долгих лет разлуки. В истории полуострова, который сегодня преображается день за днем, немало событий. Но та крымская весна навсегда останется важной ее страницей. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».